Всем привет, дорогие друзья, и добро пожаловать в прохождение игры Five Nights at Freddy 4. Ребята, я как-то немного в шоке. Вроде мне даже недавно мои подписчики говорили, что, мол, Эдисон, а Five Nights at Freddy выйдет в конце лета. Но вот я сейчас сижу, размышляю, что бы мне сделать, куда бы мне пойти, и вижу в новостях, что вышла FNAF 4 посередине ночи. Я не знаю, с чем это связано, что она только что вышла, но, ребята, я сразу же специально для вас, чтобы вы как можно быстрее увидели геймплей этой игры, я сразу же помчался ее покупать и сразу же играть, чтобы показать вам, что же это такое. Ребята, давайте мы сразу же приступим. Я, если честно, только зашел, вот это все понастраивал, чтобы нормальный звук был, все нормально было слышно, и сразу же давайте мы приступим к ее прохождению. 5 дней до начала потишки, партии, вечеринки. Что он сделал этот раз? Он закрыл тебя в твоей комнате опять. Не пугайся, я здесь с тобой. Ага, так, нам ходить нужно. Это рядающий мальчишка. Это Фредди. Это... Ага, это мои друзья. Это что, дверь? Он плачет, упал на пол и плачет. Завтра другой день. Ух, у меня аж мурашки по коже. Ребят, первая ночь. Я даже не знаю, что ожидать от этой игры. Честно, она только что вышла, я сразу же... пошел и сразу же ее установил как можно быстрее. И сразу мы сейчас... О, первый, ребята, геймплей вы, наверное, еще не видели, но я тоже не знаю. Так, click here to run to the door. Дальше. Ага, тут нету... Ух, нифига себе, тут двери. Опа. Так. Close door, нажать shift. Использовать фонарик, нажать control. Так, это одни двери, это другие двери, это третьи двери. Ни хрена себе, мы бегаем по полу и смотрим. Ух, мне аж как-то страшно, это что-то новенькое. Так, осторожно. Слушай внимательно, если ты слышишь... как это называется? Дышание кого-то. Закрывай быстро двери. Если ты не слышишь ничего, если ты не слышишь кого-то дышание, используй фонарик. Фух, ясно, понятно. Это стрёмно. Но я пока что не слышу никакое дышание. Ребята, мне очень стрёмно. Это только... Я даже не знаю, что ожидать от этой игры. Как тут вообще работают вот эти все скримеры. Это первый геймплей. Я еще никогда не играл. Да, в принципе, толком никто не играл. Нужно слушать. Даже нам предупреждение пишет. Слушай внимательно, если кто-то дышит. Если ты слышишь, что кто-то дышит. Быстро закрывай двери. Это что-то новенькое. Это какой-то новый Фредди. Но я пока что не слышу никого, чтобы кто-то дышал. Нереально стрёмно. Фредди, здрасте. Нифига себе такой. Я слушаю, ребята, я пытаюсь слушать. Как можно лучше. Но это как бы только первая ночь. Я надеюсь, скримеров первой ночи не будет. Если рассуждать по... предыдущим частям ФНАФа нам осталось 4 часа прожить, мать его. Мне стрёмно. Я играл в третий ФНАФ, но это что-то другое. Тут ни камер нету, тут мы двигаемся. Ребята, вы когда-то двигались? Слушаем. Ребята, слушайте тоже внимательно. Если я не услышу, то хотя бы вы услышите.
3 часа осталось. Нам уже не показываются вот эти подсказки. Ага. Нам уже вроде эти подсказки не показываются. Угу. Просто, если ты слышишь что-то, закрывай быстренько двери. Давайте сейчас посмотрим, как это все делается. Закрыли двери и просто ждем, да? Чтобы оттуда никто не вылез. Как только дыхание прекратится, кто-то там, если кто-то дышит, значит там кто-то есть. Мы закрываем двери, чтобы оттуда никто не вылез. Ну так, закрываем дверь. Если кто-то перестает дышать, значит он ушел. Ребята, вы в курсе? У меня сейчас 3 часа ночи. Я один дома. Может, хватит как-то, ребята? Я обосрался. Я иду себе трусы поменять. Не, это очень стрёмно. Я просто даже не ожидал то, что в первой ночи на нас уже будут нападать. Я не знаю, честно. Ребята, давайте сделаем так. Давайте сделаем так. Это первый геймплей. Телефон будет в описании. Звоните, заказывайте. Кирпичные постройки от Эдисона. Нужен дом, нужен камин. Звоните, Эдисон приедет, забабахает вам кирпичный домишек. Кирпичи. Пособираю, тут уже навалилось. Ребята, в третьем ФНАФе ничего не было ночью. То есть первой ночью ничего не было. Это обучающий режим был. А вот сейчас я увидел, что там кто-то. Опа! Я закрыл дверь. Как только я открыл, я обосрал весь пол тут. Не, ну я, конечно, образно, но это, ребята, очень стрёмно. Я не знаю, мне кажется, это самый страшный ФНАФ будет со всех частей, со всех пародий, которые только на него были. Я, конечно, вот только что первую ночь только что сделал. Но все же, ребята, давайте сделаем так. Видео вышло сегодня. Если мы на этой серии наберем 300 лайков, в ту же секунду выходит новая серия. То есть, если вы хотите видеть еще новую серию ФНАФ, это просто экспериментальная серия была. Я вам просто показал геймплей, я вам просто показал, что это такое. Это же новый ФНАФ. Я просто вам показал первую ночь. И какой тут геймплей, да? Тут, видите, камер нету. Это первый, наверное, ФНАФ, где нам нужно передвигаться. К двери назад. К двери назад. Перебежать к двери, прислушаться, дышит ли там кто-то, потому что там даже подсказки были. То есть, если кто-то дышит, сразу закрывай дверь и держи, пока не перестанет дышать, да? Потому что там кто-то есть за дверью. Если перестал дышать, ага, открыл дверь, посмотрел с фонариком, никого нету, перебежал к другой двери. И также мы можем даже назад оглядывать. Вы когда-то в ФНАФе оглядывались назад и смотрели на кровать, если там Фредди? Это что-то новенькое. В первой же ночи я уже обосрался по колено, ребят. Поэтому это просто экспериментальная серия, чтобы я вам показал как можно быстрее. Потому что многие, наверное, ждут прохождения ФНАФа. Я, наверное, один из первых, кто покажу вам, что это такое. А также, ребята, если вы хотите, еще раз скажу, если вы хотите видеть новую серию ФНАФа, прямо вот сейчас, вы сейчас досмотрите эту серию и поставите лайк, в ту же секунду выходит новая. Ребята, я буду следить, если мы набираем 300 лайков, в ту же секунду выходит следующая часть. Я, может, к утру подожду, а то как-то одному ночью стрёмно в 3 часа ночи. Это просто у меня включенный свет, то есть, смотрите, у меня все темно. Поэтому, ребята, мне реально очень стрёмно. Это реально страшно было. Я прям наушники чуть себе не поломал. Ребята, ставьте лайки, набираем 300 лайков. Сразу же выходит новая часть ФНАФа 4. Оставляйте свои комментарии, что вы думаете от этой игры. Знаете что, я, наверное, все-таки сделаю конкурс на ФНАФ, чтобы вам, своим подписчикам, подарить копии ФНАФа. Может, даже 2 или 3 копии, чтобы вы также смогли полюбоваться и поиграть, пообсираться в эту игру.
Поэтому, если вы хотите бесплатный FNAF, просто-напросто ставьте лайки, и я, наверное, в скором времени сделаю конкурс и подарю вам бесплатный FNAF. А, ребята, подписывайтесь на мой канал, я буду рад каждому новому подписчику. Я действительно общаюсь со своими подписчиками, поэтому, если вы хотите что-то у меня спросить, посоветовать или еще что-то, какие-то отдельные пожелания по FNAF-у, пишите в комментарии, я постараюсь его прочитать, ответить и также пообщаться с вами. А, еще раз скажу, ребята, те, кто не подписаны, подписывайтесь на мой канал, я буду рад каждому новому подписчику. Поэтому не стесняемся, клацаем на красную кнопочку внизу экрана, я буду очень сильно рад. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока. Не обсирайтесь ночью и не играйте в ночь. Не нужно. Пока.